Сейчас все-таки попытаемся разобраться в самой загадочной и одновременно самой забавной истории этой недели. Что же ждет главу фискальной службы Романа Насирова? Чуть больше, чем через 2 часа истекает то время, за которое ему должны были избрать меру пресечения, ну или отпустить. 72 часа с момента оглашения подозрения ночью с четверга на пятницу. Речь шла даже о рекордном залоге в 2 миллиарда гривен, на котором настаивали обвинители. Мол, именно такой ущерб причинил государству Насиров своими решениями. Моя коллега Елена Мичасова целый день в Соломенском суде Киева искала ответ на вопрос. Так могут ли 9 адвокатов Романа Насирова спасти его от ареста? Или все-таки в этой ситуации победят детективы НАБУ и антикоррупционная прокуратура? Лена, ну и что ты услышала в самом суде? Мы тебя слушаем. Алексей, ощущение такое, что решение уже принято. И сегодня в 23:50 Роман Насиров выйдет на свободу. Защита Насирова сегодня заявила отвод судьи. И в таких случаях дело должен был продолжить дежурный судья. Но такого здесь почему-то сегодня не отказались. Оказалось, как позже в самом суде это прокомментировали тем, что сегодня воскресенье, выходной и автоматизированный. Система распределения судей попросту не работает. Зборами суддів було прийнято рішення, що чергування слідчих суддів здійснюється виключно в суботу. У тому, оскільки таке було прийнято зборами з суддями рішення, ми не маємо права сьогодні, ну, якби розглядати заяву про відвід слідчого судді Бобровника. Згідно закону повинен бути звільнений з-під варти. Все. І ми будемо робити детективи, дамо доручення відповідно детективам, щоб забезпечили, упередили можливі спроби його втечі. Адвокаты Насирова предполагают, что судебное заседание может уже продолжиться завтра. И их подзащитному предъявят новое подозрение. Вот правда, ответит точно, будет оно по газовому делу Онищенко или другого, они сказать нам не смогли. Мы не выключаем того, что, возможно, будет новое затримание, новая подозра. Я так понимаю, что сейчас идет не борьба за то, чтобы у него, за его права человека или за то, чтобы он лечился, а борьба за то, чтобы он не перешел в статус человека, который будет содержаться под стражей. Весь день Насиров находился в зале суда за решеткой на каталке. За его состоянием следили медикам, также рядом была жена и тесть. Ну вот о реальном его состоянии врачи, так сказать, нам и не смогли. Но единственное, что точно стало понятно, чувствует себя Насиров не так уж плохо, как об этом говорили в пятницу. А вы смотрели, да, Насирова? Как он себя чувствует? Подскажите. Нет, я не видел. Ну вы же там все время присутствовали, как не видели? Да, не видел. На вас давят как-то, что вы не можете говорить? Или это тайна врачебная? Нет, никто на меня не давит. Ну, говорят, он плохо себя чувствует. Вы какие-то манипуляции. Если бы плохо чувствовал, он бы здесь не лежал. Сейчас во дворе суда продолжается митинг. Активисты Автомайдана блокируют еще выезды. Что касается представителей НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, они говорят, что Насирова они сами пробудут в здании суда до тех пор, пока не истечет срок для принятия решения. А нардеп Сергей Лещенко уже пригрозил главе Соломенского суда криминальным делом за срыв работы суда. Мол, она виновата в том, что здесь сегодня не оказалось дежурного. Алексей? Спасибо. Елена Мичасова была с нами на связи. Елена, тебе еще раз спасибо за работу. Ты продолжай следить за развитием событий, пожалуйста, на месте. Если еще что-то прояснится, мы будем готовы включить тебя в прямой эфир снова.